Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим рулет с клубники. Здесь у меня 1,2 кг клубники, значит 150 грамм сахара, 2 ложки манки, 160 грамм муки и 5 яиц. Сейчас я взобью яйца с сахаром, потом добавлю муку. И вот я взяла уже противень, видите, застелила его бумагой. Ничем не смазываю. Клубничку я помыла, порезала. Видите как? Берите такую клубнику, не переспевшую, иначе она будет невкусная. И теперь я просто высыпаю на нашу бумагу клубничку. Распределяю ее, чтоб ровненько было. Так, даже немножко вот так делайте, чтобы не выступали нигде. Иначе будут через бисквит выступать. Так, ну, примерно так. Чтобы все было закрыто. И теперь вот у нас 2 ложки манки, и я посыпаю манкой ее клубничку. И сейчас буду взбивать яйцо. И сразу включаю духовку. Это время, пока у нас постоит клубничка так с манкой. Сахара не надо. Иначе все потечет. Вот 2 ложки манки вполне достаточно. Взбиваем яйца на средней скорости. Взбивала я 1,5 минуты. Сейчас добавляю сахар. И еще взбиваем 2 минуты. И вот уже, видите, какое тесто у нас получается. Муку мы добавили. Хорошо вымешиваем, оно получается воздушное, чтобы не было сырой муки. Следите. Вот. Насыщенное хорошо воздухом. Так, и сейчас мы берем нашу клубничку. И будем распределять тесто. Тесто мы распределяем аккуратно. И вот видите, тесто уже распределилось хорошо. И сейчас я ставлю в духовку нагретую до 200 градусов на 20 минут. И вот я уже достала из духовки. Надо было немножко развернуть. Здесь немножко зажарилось, но ничего. Сейчас, значит, я беру полотенце чистое, намочу его холодной водой. И сейчас я переверну наш рулет, как и все рулеты. Просто переворачиваем его. Так, снимаем аккуратно бумагу. И что мы сейчас делаем? Видите, немножко неровно у меня. Ну, значит, сейчас я буду его просто заворачивать уже с этой стороны. Видите? Полотенцем прямо
потому что он горячий. Вот так. И даем ему... И вот, рулетик я уже порезала. Неимоверно вкусный, прямо тает во рту. Пропитался прямо весь клубничкой, аромат сильно хороший. Готовила я первый раз. Ну, можно манке добавить еще одну ложку. А так очень вкусно. Готовьте, радуйте своих близких.